Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова Демастер, и сегодня мы поиграем в Lucky Skywars. Да, дорогие друзья, в этот прикольный мини-режим. В прошлом, под прошлым видео Lucky Skywars вы поставили много хороших оценок, и я подумал, что вам действительно понравился этот мини-гейм. Ну, а так как вам он нравится, почему бы не записать его? И я все-таки решился на это. Зашел опять на сервер Кастия, вот это вот, как она там называется, Кастия.нет, или что там у нее, неважно. И решил поиграть в их, вот, PlayCastia.net, у них айпишник, это лицензионный сервер. Решил поиграть в их Lucky Skywars. Ну что ж, карта достаточно хорошая. Так, здесь курица с алмазами. 7 алмазиков получаем, хорошо. Хороший старт. Здесь у нас что? Снежок какой-то магический. Очень сильный снежок написано. Так, здесь у нас есть какой-то... О, два эндерперла. Уже хоть какое-то оружие есть базовое. Золотые яблоки. Хорошо. Но до центра мы здесь не долетим. Это бессмысленно, бесполезно. Пустая трата времени. И просто мы умрем. Просто умрем, да. О, вот лук. Лук, это хорошо. Вот теперь у меня, в принципе, уже появляется небольшая идея в голове. Как можно правильно все реализовать. Можно дойти до какого-то острова, где не заспавнились люди, залутать там все блоки-блоки только с помощью одного эндерперла. А второй... Либо сейчас уже начать строиться. Ну что, какой-то кинул эндерперл. Не знаю, выпадет он или нет. Скорее всего, упасть не должен. Так, я сейчас беру сразу же себе лук в руки. Это на четвертый слот. Вот это вот сюда. Да, он умер. Скорее всего, он просто умер из-за того, что эндерперл не долетел. Мы сейчас пробуем простроиться как можно дальше и просто кинуть его на центр. Так, там никого. Чувак, а возможно, тот чувак, кстати, точно так же сделал. Тоже построил небольшой мостик и кинул его. Но, с другой стороны, у нас 7 алмазов. Можем чуть-чуть переменить, сделать верстак и скрафтить хотя бы какие-нибудь алмазные штаны, чтобы если нас напали, мы с одного удара не умерли. Отлично, алмазные штаны готовы. Вот, один упал из мира, написано. Так, сколько у меня там еще два золотых сердца будет? Достаточно долго. Так, ну и портаемся. Портаемся на центр карты. Должен долететь, должен долетать. Отлично, я убил чувака, который был на центре карты. Хорошо, а теперь центр мой, ребята. Так, ой-ой, взорвется сейчас что-то. Мой пукан чуть не взорвался. Мой пукан разводит огонь. Так, мне нужно оружие. Двойной сундук пол заспаунился. Ну, сначала один сундук, потом второй сундук. Нормальный там этим сундукам, если. Так, суперсуп. О, суперсуп в ПВП будет очень крутым. Его нужно поставить вместо эндерперлов, наверное, даже. Так, ближайший человек в 90 блоках от меня, он находится вот там вот. Или это не ближайший человек. Еще один суперсуп, берем его, естественно. Вместо кирки возьмем. Не вижу, где мои противники находятся. Они уже могут быть рядом. Я, конечно, чекаю постоянно дистанцию до них. Они, я так понимаю, до сих пор на своих островах. Но это мой шанс залутаться. Почему бы нет? Лол. Здесь ничего нет. Двойной сундук опять получился у меня. Ходор, нет! Взрывают сундуки! А, нет, сундуки же не взрываются, да. Так, лол. Ну, лучше, наверное, сначала открыть сундук первый, который появляется. Ходор, да, опять? Отлично. Ничего у нас все-таки такого жесткого не сделал. 5 золотых яблок, я, пожалуй, съем одно. Чуваки почему-то вообще ни в какую не идут на центр, ну и это их проблема, потому что я в это время нормально лутаюсь тут и получаю удовольствие. А они не получают ничего. О, и мы получаем действительно хороший сундук. С хорошими вещами. Ну, с такими вещами уже можно ходить просто убивать направо-налево противника. Так, ну что ж. Где наш ближайший враг? 90 блоков. Давайте будем сейчас к каждому подходить. 85, 107, 80, 80, вот там вот враг наш находится. А он из лука по мне стреляет, смотрите. Парень, ты чё? А чё его никто не бэчит, кстати?
Должен же умереть. Тут где-то был еще чувак какой-то, я видел, очень близко. Там аж 6 блоков было написано. Блин, очень плохо компас здесь работает, не чтобы показывал, где находится ближайший противник. А то вот так вот менять каждый раз, где находится враг, это бредятина вообще какая-то. Ну, кстати, стрела зависла в воздухе. Но я почему-то не могу ее забрать себе. Ладно, у меня еще есть шанс найти Lucky Sword. Ходор, понятно. И мы будем пытаться это сделать. Так, ясно. 41 блок он где-то здесь. Виделовый ник. Вот он стоит. Он всегда странный, как читер какой-то. Да, смотрите, я по нему попадаю. И он не откидывался почему-то, он не откидывался от выстрелов из лука, от взрывов, но он все равно умер, потому что я просто по нему попал дофига раз из лука. Это нормально, когда по тебе попадает дофига раз из лука, ты просто умираешь. Так, ладно, с этим пацаном разобрались. Следующий пацан где? Следующий пацан, 103 блока, 90 блоков, 85. Где же они там спрятались-то, а? Где вы там прячетесь, дорогие друзья? Еще один суперсуп, а еды-то, смотрите, как у нас нет. Еды-то как таковой нет. Ну, где-то были свинюшки, и зачем мы сможем их убить, чтобы поживиться? Ой, пацан, ты что, выбрался? Фига себе. Так, там точно никого нет? Нет, там кто-то есть, смотрите. Где-то там, блин. Не знаю, я не могу уходить из центра, потому что мне кажется, это достаточно опасно, можно легко слиться. И это нецелесообразно, потому что если я отсюда выйду и меня солью, то будет не круто. Потому что я так заутался, я сейчас самый сильный в PvP, мне нет равных. Можно даже так сказать. Ой-ой-ой-ой-ой, пацаны, здорово, да, давно не виделись, давно мы с вами не дрались. Где вот он? А вот. Тебя, парень, я уже тоже заметил. Нормально все. Так, у него Lucky Sword. А, он умер, что ли? Полто в меня стреляет. А, у меня может стрелять только этот. Ну, смотрите, хорошо, что он пришел, этот парень, сам к нам, мы выбили с него Lucky Sword. И это хорошо, это, блин, это вообще замечательно. Еще и алмазные ботинки нам притащил, вот этот парень щедрый, и алмазный шлем. Почти в алмазном, кстати, теперь благодаря этому пацану. Ну, а я предлагаю избавиться от хлама. Так, о, флаппи, так у нас есть эта штука, так все, лол. Кто у меня стреляет? Понятно. Привет, парень, но не прокатила у тебя эта тактика, да. Стрелять меня до смерти было, конечно, крутой идеей, но нет. Но не в мою смену. Так, ну и остается один игрок против меня. И он вот там. У нас, слава богу, есть эндерпёрл, у нас есть всякие флаппи-флаппи. Мне интересно, что делает этот снежок. Сейчас я попробую его закинуть в того пацана, который остался как раз-таки единственный жив вот на том вот острове, что он там добывает. Ну-ка, оп. Прикольно, прикольно. Мы с ним остались вдвоем. Бежать ему некуда, стрел у меня предостаточно. Сделаем сейчас по-хитрому. Почему суперсупы не хотят питься? Отлично, все. Изи вин, друзья. Фух, это был напряженный Lucky Skywars. Кстати, шоу-то у меня 9 минут всего, 9 минут. Ну, блин, ладно, ребят, я реально очень сильно устал. Это была какая-то потная катка. Всего одна, сори, что одна. Обычно я много играю, потому что они обычно быстрее идут. Но сегодня прямо что-то прямо так вспотел с этими пацанами.
Потное было в том плане, что они вообще не шли на центр, реально. Они тут где-то за 10 минут добрались до центра. Я до центра очень быстро дошел. Тут, конечно, не без Энтерперла, но помимо меня был еще один такой чувак, и я его тоже быстро убил. Что-то тупили немного пацаны, но катка была сама по себе напряженная, потому что они реально, они очень долго, вы сами видели, не бежали к центру. Поэтому я закончу, пожалуй, эту серию. Если вам нравится лайки Skywars, ставьте обязательно лайки. Если наберется 5000, ну, не знаю, давайте 6000 лайков по этой серии, тогда... постараюсь засеять как-нибудь не сейчас, а в ближайшее время, где-нибудь после 21-22 числа. Lucky Skywars, там будет 5 игр будет, да. Может даже кого-нибудь с собой еще возьму, посмотрим. А можете написать в комментариях, кого вы хотите, чтобы я позвал. Ну а там все, дорогие друзья, спасибо, что смотрели мое видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пожалуйста, поделитесь этим видео с своими друзьями. Ну а это все, всем удачи и всем пока-пока. Поехали. Давай. А, как еще? Не люблю. Без Филиппина будем играть. Знаете, мне кажется, Димастер любит больше взрывать, чем забивать. Да мне, это мне игра вот нравится. Мне нравится убивать Филиппина за его это вот эти вот читы. Читы. Убил за читы. Убил за читы. Я, кстати, слышал, за мод 2 блока БД это ничего не выпало, это нормально? Ну-ка. Ну подожди. Ох, ёп! Ha ha ha!